Как готовить информацию о чрезвычайных ситуациях? Какие посты и новости блокируются в сети интернет? Как работать в съемочной группе в местах террористических актов? Все эти и другие вопросы сегодня обсудили с представителями средств массовой информации, пресс-служб различных ведомств в рамках учебно-методического сбора. Организатор семинара – Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. На обучающем семинаре разобрали самые разные случаи. Журналистам еще раз напомнили, как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации, чтобы не мешать работе силовиков и не пострадать самим. Не отвлекаем специалистов, отвлекаем пресс-служб. При проведении съемки, при контртеррористической операции, при массовых беспорядках тоже, да, вот такие бывают моменты, необходимо держаться за спинами полицейских или спецназа в любых опасных ситуациях. Не лезть на рожон, не стоять где-то отдельно. Помимо собственной безопасности на месте съемок или сбора информации, очень важная тема – журналистская этика. Не стоит лезть с вопросами к убитым горем родственникам пострадавших, будь то теракт, авария или другое происшествие. Освещение в газетах, журналах и на телевидении таких тем требует особого подхода. Здесь важен принцип – не навредить и не задеть ничьи чувства. Отдельный вопрос – работа в социальных сетях. Представители Роскомнадзора рассказали участникам семинара, какая информация является запрещенной к распространению в сети и как происходит блокировка сайтов с такой информацией.